Намо тассе Бхагавато Арахато Саммасамбуддассе. Намо тассе Бхагавато Арахато Саммасамбуддассе. Для начала, в каком мы храме находимся? С мадам Дрю. Пожалуйста, сядь немножко так, чтобы тоже в кадр поместился, ладно? А то два каких-то голоса, как ваше привидение. Ладно, я-то оператор. Еще чуть-чуть. Да-да-да-да, вот теперь хорошо. Вот теперь. В каком храме мы находимся? Как называется этот храм? Это место называется Навакада Селгири Вихара. Храм по имени Навакада Селгири. О, Навакада это место, да. Селгири это название. Да, Селгири. Селгири Вихара. Я смотрю, на месте этого храма старые постройки есть. Yeah. Тут вот еще новые, конечно, да, тоже. Сколько лет этому храму? Мы видели, Да. Это 6 лет стройкам, постройкам. Так. И кене хамдри мега сера раджамаха вихара паранагат не видел? Нет. Нет, это не стоит, это не храм исторический. Это не исторический. Понятно. И вот я хотел бы еще задать один вопрос. Мы вот все время говорим пандит Андрю, что означает ученый Андрю. Да. А вот как его монашеское имя, мы так и не спросили. Конечно, минус нам. Я вот хотел бы спросить. И вот я вот хотел спросить у пандита Хамдрю. Вот он такой энергичный такой, драйвовый, да, но он вместе с этим от него много метты. Да, вот он прямо, мне вот хочется брать с него пример в этом плане. Да, что мне для этого надо сделать? Андрю, у вас гурак дайриванта, вириванта. Харима мне карашему кинек вахансе кинек клопиено, и вот это вахансе кин, они варбум майтрият пиено вак вахансе. Этим я могу кинек пинна самалат мале идено вахансе кин, ударна пинна то вахансе ударна кинтриганна то мале дивите. Я могу кинек пинна нанг калда пикале утте. Кинек пинда адистане пиено. Сите года дивну тераганда. Нужна очень хорошая решительность, и надо развивать ум. Быть решительным и развивать ум. Да. А какие медитации он для этого использовал? Какие практики буддийские он использовал? Многие бхавана крамады, вот сам бхавана саманин заганни. Будраджана Махатаре, Дейшана Кулатину Неапиле. Я постараюсь всегда по учению Будды с утром и другим дам частям привести к оно в соответствии дам. Да. Это мой принцип. Какие части медитации?
Ну, мы про его жизнь не спросили. Ну да, вот мы и спрашиваем, какие медитации он делает, да. В результате чего, какие медитации, какие буддийские практики он выполнял, да, всю свою монашескую жизнь, что вот в результате мы видим такое редкое сочетание вообще энергичности и это. Такое. Уанси Тавардака Вистера Крот, Манаваги Дарма Кутас, Уанси Вадибура Прайчгири, Вишеши Маваги Таттека Тенна Комуда, Каракшиматават, Хитетимина Дайриат, Ириванта-Камат, а вот если мы майтри сагата гатте итру каргена кохонда вали каранди. Гудакму буддану сути е. Эм. Суэк камай. Буддавасти бхавана ватулин Будраджанан Махансе ге дивите хондрэта андру гарна пулуа. Эм. Будраджанан Махансе не мелу ке итие харьякшамама. Эм. Утуманан Махансе. Эм. Саха пакняве ютту утуманан Махансе. Саха маха каруннаве ютту утуманан Махансе. එනිසා බුද්ධානුස්සතිය වඩන කෙනෙකුට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ තරම් අපිට කිත්තු වෙන්න බෑ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කරලා තියෙන මේ විදිහට මෙත් සිත පුරුදු කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපේ ඉන්ද්‍රිය දමනය කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට උත්සාහවත් වෙන්න ඕනේ. දැන් ආරම්භ ධාතු කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යමක් ආරම්භ කරන්න වීරියක් තියෙනවා. පටන් ගන්න වීරියක් තියෙනවා. වීර්යයක් නැතුව යමක් පටන් ගන්න නැහැ. පටන් ගන්න බෑ. එතකොට ඒක පවත්වගෙන යන්න වීර්යයක් තියෙනවා. එන ප්‍රශ්න හමුවේදී නොසැලී ඒවට මුහුණ දෙන්න වීර්යයක් තියෙනවා. එතකොට ඒක සම්බොජ්ජංග ධර්මයක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. බෝධියට අදාළ, නිර්වාණයට අදාළ ධර්මයක් වීර්යය. බුද්ධානුස්සති ව්‍යාපෘතිකෝ. Да, размышления о девяти качествах Будды. Да, размышления о девяти качествах Будды. Потому что Будда был самым активным, самым полезным для себя и для других существ, самым дееспособным, самым... И одновременно он был самым-самым добрым, самым-самым метта, который... Вот я и хочу, если достопочтенный Пемасири или Кугандрю, да, согласиться, но везде почти вот, да, учение Будды, рассказывается про учение Будды, а про источник учения Будды, ну, да, везде все почитается, да, ну, а... Но в русском переводе, ну, так мало. А может, для русскоязычного зрителя, да, Дилан? Я очень смиренно прошу Пемасири Лёкуам Дуру вот эти девять качеств Будды вкратце рассказать. Ну, у нас время есть. Андрюни, а вы зря, мама, арпрасни, обманцы бдю бутры дав штакьян, дякьё бутыга, бодак ахани, навагуна гэн ахани, обманцы бодак гэн, дачьи надо, мама, митру тикьян. Он я сказал коротко, да. Что вы хотите. Я еще не договорил то, что, да, он говорил первый раз. Да, я извиняюсь. Это то, что он говорит, что сам Будда является примером, потому что у него есть он нам советовал иметь такую решительность, такое усердие в начале работы какое-то дело. Да. Значит, будто это обычное дело или медитация, или начальное, арамбака вирья называется. Потом, чтобы это дело продолжить, надо иметь решительность и усердие. И это усердие надо еще иметь, чтобы дело совершить. Вот эти три качества, он нам говорил, что это вирья, это один из боджанка дарма, это один из качеств, которые практикующего надо иметь, чтобы идти по пути к нирване. Саду. Сейчас я переведу то, что вы Андрюни, мы мате апи ме катакаранне годак калавата апи ахана каттиеда ме самгусагаттиева аханне годак рашин каттиева рашин басава катакаранне каттиева эгаттиеда вишесен апи илимак карна мудеда годак апи нодаанна деят тамай хамдуни буду хамдуни Будугуна, Будугуна, Адвинга Бганни, Будугуна,
ගොඩක්කාට ධර්මය අහනවා සමඳ බුදුගුණ අප ගන්න නෑ අඩුයි අපි ලංකාව මටේ වර්ගගන්න ගොඩක්කාට අවස්ථාව ලැබුණ නෑ එනිසා උවහන්සේ තුළන්නන් අපට ගොඩ වෙලාවත් තිය නිසා මේ බුදුගුණ ගැන විසගාරජන බුදුගුණ ගැන පොඩ්ඩක් අපිට පැහැදිලිවක් කර එතකොට බුදුරේ කිඹුණ කියන එක කියලා නිම කරන්න පුළුවන් නෙමෙයි නිසා обычному монаху его рассказать качество Будды, но это сарань. Дэн дарме гэна гарна бута, э дарме тулин Будраджаран Махаса ки гуна манади кила гуда камбра гарна пулва. Обычно, когда изучаем дарму, это хороший путь изучения Будды, само изучение дармы, и можно хорошо узнать самого Будды. Будраджаран Махаса има, මේ උන්වහන්සේගේ සියලු ගුණ ධර්ම ගුණ මේ මෙන්න මේවා කියන එක කොටස් 9කට වෙන් කරලා ඒකේ කොටස් 9 ඇතුලේ සියලුම බුදු ගුණ තියෙනවා අපි අර ඒක ලඝු කොට කියන්නේ කෙටි කරගෙන 9කට පරිගස්සගෙන තියෙනවා ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේම මෙන්න මේ ගුණ මගේ තියෙනවා කියලා ප්‍රකාශ කරපු ගුණයි කවුරුවක් කියපු එකක් නෙමෙයි А вот важно, что вот девять качеств, это Будда сам рассказал об этом, о своих же качествах. И это никто не говорил про него, это не потом сочинение или что-то. Это он сам говорил, качество Будды безограничено, но он группировал это на девять групп. Это его характеристика о самого Будде. Саду-саду. ඒකේ පළවෙනි බුදු ගුණයනේ අරහං තොට අරහං ගුණයට අර්ථකථන ගොඩක් තියෙනවා එකක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කිසිම පාප කර්මයක් කායිකව හෝ වාචිකව හෝ මානසිකව සිදු නොකරන උතුමාණන් කියලා එතකොට ඒ තුළින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ පිරිසිදු චරිතය තමයි පෙන්වලා දෙන්නේ ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කායිකව කිසිම මේ පුංචි හෝ වැරදක් සිදු කරන උතුමෙක් නෙමෙයි. එහෙම. ඊළඟට වාචිකව පුංචි හෝ වැරදක් සිදු වෙන උතුමෙක් නෙමෙයි. නෙමෙයි. ඊළඟට මානසිකව පුංචි හෝ වැරදක් සිදු වෙන උතුමෙක් නෙමෙයි. Вот первое качество из девяти это мы знаем, что арахан, качество арахан. Это означает, у него есть много объяснений, толкований. Самое такое основное толкование, что это то, что он не совершает никаких неправильных действий умом, телом и словом. И речью. Вот. И это имеется в виду ни малейший, ни малейший, даже ни малейший. Даже очень не видно. Даже мельчайшей степени. Мельчайший не совершается от него. От него не исходит такое неправильное действие. Вот это имеется в виду. Это первоначально. කායික වාචික මානසික ප්‍රවෘත්තිමය අරහන් ගුණය තුල පෙන්වලා දීලා තින්නේ ඒ නිසාම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ සියලු දෙනාගේ මේ දරු කිරීමට සියලු දෙනාගේ වන්දනාවට සියලු දෙනාගේ පූජා ලබන්න අග්‍ර උතුමන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වෙනවා කියන එක අරහන් ගුණය තුල තියෙනවා и благодаря этому качеству величайший учитель Бхагават Будраян Махаса он заслужил доверие и уважение всех существ. И в этом же качестве есть это. Потому что иногда бывает, если немножко никого не кого-то не устраивает. Да. А из-за этого, что он даже мельчайший нет загрешности. И он заслужил доверие и уважение всех существ. Позволит ли Лёхандру мне чуть-чуть вот здесь добавить? Всех существ, у кого хоть чуть-чуть вообще развит разум. Мео аусарай хандурин, эмо ки вот дэн апи ки вани сиэлу сатвяги ванда навар сусу кил. Апи мэхэма поддак аусарай апаансин мэхэма хуот. Э сатвя поддак хари будху хандур гэнна будху хандур гавру ак карани, ям киси, карануват ям киси мно натти бейту нэдэ. Анивари мэхэма. Эмэхэма.
බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා මේ ඉස්සරලා. නුවණට වඩා මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ වගේ උතුමන් වහන්සේ කෙනෙක් කියන ශ්‍රද්ධාව පිහිටලා තියෙන කෙනෙකුට තමයි ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සරණ Вот это очень правильный подсказка. Вот обязательно у него должен быть не столько мудрости, сколько доверия, сколько доверия или понимания важности. Как бы вот он должен доверить, доверием иметь сраддай, это попали. Вот доверие должен иметь развито, вот какое-то доверие, чтобы впоследствии быть учеником и так далее, и так далее. Понимать и последовать. Да, Андрей Дергига. Аран, гоня давки, мистер Киан. Ходенги. И Прадана Гун, Эй Дэн. Бруджан Махан, Мулу Чарипе, Мэйтон Апиенан. Эй Махан. Эн Бруджан Махан, Тэги Кайка, Каветна Мехамай Киенига. Эй Махан. Вачичика Каветна Мехамай Киенига, Эйтон Апиенан. Эй Махан. Манасика Каветна Мехамай Киенига, Эйтон Апиенан. Эйтон Апиенан. අංග සම්පූර්ණ පුද්ගලික කියන එක. මේ ලෝකේ මේ ධාම දුර්ලභ. කියන්නේ සාමාන්‍ය කෙනෙකු තුල දැකිය නොහැකි සුවිශේෂ ලක්ෂණයක් කියන්නේ. කය සම්පූර්ණයෙන්ම පිරිසිදුයි කියන එක කාගේවත් දකින්න අපහසු කියන්නේ. ඒ නන්නද අරහන් කාජිසුන පරිමත දකින්න ඕබරසන්. Полностью его это характеризует арахан качество, характеризует его священность, насколько он чист, насколько он не грешен. Не безгрешен. Да, не безгрешен. Потому что это его арахан качество есть все о нем. Можно перебью. Давай лучше христианские термины оставим для христиан, да, безгрешен. Да. Мы скажем свободен от вообще загрязнений. Да. Да, свободен от загрязнений, потому что он полностью полноценный. Да. Полноценный. Потому что бывает иногда какое-то качество у кого-то может развить, да? И какое-то качество не развит. Да. Он именно так как он ни в какой стороне, ни в каким образом не загрязнен. Ни словами, ни телом, ни умом. Да. И он полноценный, чистый, самый существо, очень редчайший существо, когда-либо можно увидеть или услышать. Полностью согласен. ඇත්තටම අපි ගුණයක් දැනගෙන එකතු වෙන්නේ නැහැ. ආශ්‍රය කළයින් පස්සේ තමයි එයා මෙයා මේ වගේ කියලා අපිට දැනගන්න හම්බ වෙන්නේ. නමුත් දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අරහන් ගුණය නිසාම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මනුෂ්‍ය ලෝකයේ අය ඔක්කොම උන්වහන්සේ ඇසුරට ප්‍රියයි. ඊළඟට දෙවි දේවතාවුන් ප්‍රියයි. බ්‍රහ්මයෝ ප්‍රියයි. ඒ නිසා මේ ලෝකයේ අයතරක් නෙමෙයි. උන් ලෝකෙම සත්‍යයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟට පැමිණෙන්නේ ඒ අරහන් කියන උතුම් බුදු ගුණේ නිසා. Это еще надо иметь в виду. Обычные люди, когда видят, когда общаются с человеком, или человеком, когда общаются, он понимает его какие-то качества. Потом, либо он оценку делает после того, как он общается. Да. Но благодаря его особым качествам, арахан, его узнают, к нему приближаются, ему делают особые почести без как бы контакта, но про него узнав. И это его особое такое тоже, это арахан качество входит. Что не только человек, да, божество других мирах, высших мирах, даже до Брахма мира, даже Брахма к нему относится особой почестью, не только. Эйголу данного, Кундова Асима данного, Бхагавату Нахасе Нагате Дихама, Кунахасе Кинкисиду Анатура
සිදුවෙන්න හේතුවක් නැහැ. ඒ උන්වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම කෙලෙස් දුරු කරපු උතුමෙක්. කෙලෙස් ප්‍රහීණ කරපු ස්වල්පයක්වත් කෙලෙස් ඉතුරු වෙලා නැහැ. අංග සම්පූර්ණවම කෙලෙස් ප්‍රහීණ කරලා සියලු දෙනාගේ වන්දන මාන වලට සුදුසුයි. සියලු දෙනාට පින් සිද්ධ කරගන්න සුදුසුයි. ඒ නිසා මුළු තුන් ලෝකෙම ඉන්න අය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අරහන් කියන ගුණය නිසා උන්වහන්සේ ළඟ සමීප වෙලා එයාලා ගොඩාක් පින් සිද්ධ කරගන්නවා. ඊළඟට පසල දුකෙන් මිදෙන්න අවශ්‍ය කරන මඟ පාද ගන්නවා. ආර්ය මාර්ගයේ වරල නිවන සාක්ෂාත් කරගන්න ඒක උපකාරයක් කරගන්න. බුලගදර අරහන් කාචසු из трех миров существа, из трех, всех трех миров, нужно ли это перечислять? Конечно. Да. Это три мира, это Камалока, Рупалока, Арупалока. Камалока это мир желаний наш. Мир, в котором мы находимся сейчас. И Девалока, которым в основном через ощущение воспринимается радость. А есть Рупа, Арупа. Которых нет вот, на уровне ощущений как бы контакта, а только на мысленном уровне получают свое существование с рупа и арупалок. Это потом в другой раз мы будем подробно объяснять. Мам подак кива хандро баз кива на тит кодаса гуд потом я мекати данные туллоги кива данные да а то тема разговора поменяется. И всех трех миров существа доверяются, приближаются к нему, потому что он безгрешен. Безгрешен, у него нет клеща. Да, у него нет загрязнений ума. Давай вот грешен, не грешен, тоже да, оставим да. Христианам. У него нет загрязнений. Угу. Он полностью освобожден от загрязнений. Да, да. И поэтому да. Никто не боится к нему да. подходить. И много благих карм они совершают, приближаясь, общаясь его самим или его дармой, и приближаясь к нему. Вот. И постепенно от его приближенности Будды человек получает развитие своего ума, и он потом окончательно получает освобождение от своих загрязнений тоже. Да, и нирвану получит. Да. Да. Какое следующее качество? Бонатри Бурана Девини Девини Гуния Дави Киева Дабарна. Девини Гуния Самма Самбудды. Самма Самбудды Манихияни Бхагью Тунхан Сей Аубодды Крыгатты Деякти Нали Эйтамай Чатурататты Дхарми. Дукка Сатте, Самуде Сатте, Нирвана Сатте, Марг Сатте. මේ චතුරාර්ය සත්‍ය උන්වහන්සේ විසින්ම භාග්‍යවත් ගුරු උපදේශ රහිතව සසර පාරමී දම් පුරලා ඒ පාරමී දම් බලයෙන් මේ භවයේදී ගුරුවරයෙක් නොමැතිව අවබෝධ කරගත්ත ගුණයට තමයි සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය කියන්නේ. ෆිසිෂි කාචස්ව එත සම්මා සම්බුද්ධ කාචස්ව එත සමස්තයතන්න без помощи постороннего учителя посторонних каких-то средств, он самостоятельно достиг знания, наивысшее знание, которым называется просветление и Будда, статус Будды. Это статус Будды, это в нем сущность этого ньяна, это есть четыре благородные истины. Первое – Дукка Сатте, Самуда Сатте, Нирода Сатте и Марга Сатте. Первое Дукка Сатте это правда, истина о страдании. Второе это Самуда Сатте причина страданий. Третье это само освобождение. Возможность освобождения от страданий. И четвертое это путь к освобождению от страданий. Да, да, и непосредственно метод. Метод. Вот этот истину, четыре благородные истины, он сам достиг. И без чьей-либо помощи. И поэтому он получил, ему есть особое качество, это называется самма самбудда. Следующее качество? Иланга гуней хандрин. Мистер Кинали хандрин? Немножко дорасскажу. Каман.
සම්මා සම්බුද්ධ කිව්වහම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දැන් මේක තමයි බුදු සමයේ සම්පූර්ණ පදනම. එහෙම. ඒ බුදුජානක වහන්සේ අනාවරණය කරගත්තේ. එහෙම. ඒ ටික සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ කියලා කියන්නේ. එහෙම. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය තමයි. ඒකට ලෝකයා සම්පූර්ණයෙන් පිහිටා සිටින්නේ දුක මතයි කියන එක හඳුනගත්ත උතුමාණන් වහන්සේ බුදුජානක වහන්සේ. එහෙම. දැන් අපි මනුෂ්‍ය ලෝකේ ඉපදිලා හිටියා. දෙව්ලෝ ඉපදිලා හිටියා. බඹලෝ ඉපදිලා හිටියා. ඊට පස්සේ ප්‍රේත ලෝක වල, තිරිසන් ලෝක වල, ඊරයේ අසුර ලෝකේ, ඒ වගේ කොයි ලෝකෙක ඉපදිලා හිටියත් අපි සියලුම දෙනා ඉපදිලා ඉන්නේ දුක මතයි කියන එක අවබෝධ කරගත්ත උතුමාණන් වහන්සේ තමයි බුදුජානන් වහන්සේ. ඒ නිසා බුදුජානන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධයි කියන එක මේ බුදු ගුණේ ඇත්තම ලොකු පරාසය කියන එකක්. සම්මා සම්බුද්ධ කියන දේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය කියන එක කලින් බුදුවරුගෙන් පස්සේ, ඒ කියන්නේ අපේ බුදුජානන් වහන්සේ පස්සේ ඉස්සරලා අවබෝධ කරගත්ත බුදුවරුන්ගෙන් පස්සේ මේක වැහිලා තිබ්බේ. ඒක තමයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආය අනාවරණය කරන්නේ. එතෙක් ලෝකයේ තෙහෙලි වෙලා තිබුණු නැති ධර්ම මේ ලෝකයේම දුක මත පිහිටලා තියෙනවා. ඒ දුකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි තණ්හාව කියන එක අවබෝධ කරගන්න. ඒක මේ කවුරුවක් කියලා දුක් වේගන්නේ නෙමෙයි. තමන් වහන්සේ මේ හේතුව අවබෝධ කරගන්න. එතකොට මේ හේතුව නැති කරන්න ඕනේ කියන නිරෝධ ආර්ය සත්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගන්නවා. ඒකට වැඩිය යුතු මඟ මේ මඟයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේමයි අවබෝධ කරගත්තේ. වෙන කවුරුවක් කියලා දීලා නෙමෙයි. මේක ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි. ඒ දුක නැති කරන්න තියෙන එකම මඟ කියන එක අවබෝධ කරගැනීමේ ඒ උතුම් ඥානයට තමයි අත්‍යවශ්‍ය සම්මා සම්බුද්ධ ඥානය කියලා කියන්නේ. සම්මා සම්බුද්ධ ඥානය එනිමස් කරන නදේශු නම් රසිස්නි පදමස්තු ඔන් ඒක අස්නෝව самое главное час качества Будды, можно сказать, потому что получение просветления и понимание о том, что во всех мирах, будь он в нашем миру человеческом, будь это Девалока, будь это Брахмалока, будь это ниже нас в адских условиях, несмотря на место, где находится, на страдании мы находимся. Да, мы и мы все наши жизни, как в каком бы высоком или низком месте не находились, мы все страдаем. Вот это понимание, он пришел самостоятельно. И есть вот само сущность этого страдания, это дух касатти, потом причина его страдания, это привязанность, привязанность. И потом есть возможность и необходимость освободиться от страданий. И тоже он самостоятельно все понял своим просветлением. И потом это восьмеречный путь, путь избавлению от страданий. Вот это понятие, это до последнего Будды, когда он открыл, и после этого эта истина была закрыта. И только вот появлением Будды нашим он был открыт. И поэтому состояние, чтобы его открыть и кому-то рассказать, это очень важное качество, потому что открыть никто не может. Можно открыть, но потом рассказать не может. Поэтому сама самбудда — это очень важное качество. Или открыть может, и рассказать может, да. Но некому. Некому. Как Патчика Будду, да? දැන් සමහරලාට තමන්ගේ චතුරාර්ය සත්‍ය නිවන සහ අපේ තියෙන ධර්මය සම්මා සම්බුද්ධ ධර්මය ඒක දැනගත්තත් කියන්න බැරි අවස්ථා තියෙනවා නේද කියලා. දැන් පච්චේක බුද්ධ කියන සත්‍යයට පත් වෙන උතුමන් වහන්සේලාට ඒක ප්‍රකාශ කරන්න බැහැ. එහෙම. ඒක සම්මා සම්බුදුරේකම තමයි ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හම් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්න බැරිද? එහෙම නැත්නම් අහන්න කෙනෙක් නැද්ද? පච්චේක බුද්ධ මේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා තමන්ම තම අවබෝධ කරගන්නේ. නමුත් ඒ පිටිසක් ඉන්න කාලෙකනේ මේක අවබෝධ කරගන්නේ. එහෙම. එතකොට
අහන්න කවුරුවත් නැතුව නෙමෙයි. එහෙම. නමුත් උන්වහන්සේලා මේක ඒ තරම්ම ගැඹුරුයි. එහෙම. අවබෝධ කරගත්ත දේ. එහෙම. පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට මේක මෙහෙම මේ දේශනා කරලා අනිත් අයට මේ මාර්ගය යන්න කියලා ඒ මාර්ගය හෙළි කරලා දෙන්න අමාරුයි. එහෙම. ඒක надо иметь в виду, у меня я вопрос задал, Патчека Будда, вот, наверное, зритель не знает, что такое Патчека Будда, да? Немножко расскажу. Патчека Будда – это Будда, который имеет достаточно высокие, очень высокие заслуги и получит самостоятельно это знание, как Будда, обычный Будда, да? Сам Будда. Но он не может его раскрыть. И довести человека до просветления. Да. Но я спросил у него, это значит ли это некому рассказать? Он сказал, нет, это не совсем так, потому что если человек Будды рождается, значит, достаточно ум развит в данном обществе, если он мог достичь состояния человека. Да. Но имеется в виду, он не может до другого человека довести. Объяснить не может. Объяснить не может. Он не знает природу ума. Да, он сама. දුකට පත් වෙලා ඉන්න අය සැපතට පත් කරන්නේ. එතකොට ඒ සැපතට පත් කරන්න තියෙන එකම මාර්ගය ආර්ය මාර්ගයයි කියන එක තමයි උන්වහන්සේ හෙළි කරලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ මාර්ගයේහි ගමන් කරන කෙනාට පරම නිෂ්ඨාවාර නිවන් සුව සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන්. එතන තමයි පරම සැපත හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ අනාවරණය කරගෙන ලෝකයාට හෙළිදරව් කළේ. එතෙක් ලෝකයා දුක මතයි තියෙන්නේ. එතකොට දුක මත පීඩා සිටින ලෝකයා ආයත කිසිම දවසක දුකකට පත් වෙන්නේ නැති තැනකට අරගෙන යන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුදු ගුණය. එහෙම සත්‍ය. මේ ещё немножко говорим о самма самбуддхе, потому что он важное качество. Самма самбуддхе качество самое главное, что Будда сам наш Будда хотел, чтобы мы получил всегда не страдание, а противоположное страданию, благое состояние, благое состояние и освобождение от страданий, чтобы наконец получил без перерыва окончательные самые высшие счастья. Это его цель. И поэтому он с таким трудом, так долго от своего самого счастья тоже отказался и получил такое знание самостоятельно, чтобы мог рассказать, освободить других людей. Потому что по-другому человеку делать счастливым невозможно. Поэтому его дхарма может привести человека к окончательному, самому совершенному, самому невозвратному. Не имеющий обратно к страданию путь, только окончательному счастью. Вот такому счастью он мог привести. Это есть нирвана. Вот это важно. Иллианта Виджачарана. Виджачарана сам. Виджачарана кенеге, Будраджарана махамсеге, дэбумат, авабодеят, махамсеге, хэсиримат пилимандаватамай, Виджачарана сампаннагуни прокас карат. Следующее качество Виджачарана Сампанна, это его говорит о его знании, о его понимании, как, насколько он достиг своим внутренней практики, практическое знание, авабодхи называется, это вот понимание, и его поведение. Вот Виджачарана Сампанна качество характеристик. අවබෝධ ඥානෙ බුදුරජාණන් වහන්සේට පහළ වෙලා තියෙන
ඥාන විද්‍යා කියලා කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සතුව තියෙන ඥානවල තමයි විද්‍යා. විද්‍යා ඒත් ඒවෝ මාස්කෝ කොන් он получил знания. Не знания, а его ньяна, которым ньяна слово Анандандру, как ньяна сказать, его... это знание? Это не знание, не знание книжное. Понимание. Да, понимание. Это не понимание. Да. Вот мудрость, скажем, да? Его, какие, какие качества, его особые понимания мира? Виджа, слово виджа. Да. ඒ වගේ ඥාන අටක් තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ මොකද? එහෙම හරි. මොස් බිට් එක කද වන් characterize පයිමෝ වොසිම් තකි කාජස් වන්. කියන්නේ අෂ්ට විද්‍යා කියලා. අෂ්ට විද්‍යා. ඒක නැසෙවස අෂ්ට විද්‍යා. වොසිම් මුද්‍රස්ති. පණිමාන. Да. විපස්සනා ඥානෙ තමයි ඒකේ පළවෙනි එක. එහෙම. Is new නැචනත් is විපස්සනා ඥාන. ඒක දර්ශනා ඥාන කියලා අපි කියන්නේ. එහෙම. විදර්ශනා ඥාන. දර්ශනා ඥාන තමයි. සත්‍ය අධිදී අධිසිත. වෙනස් වෙන ස්වභාවය අවබෝධ කරගන්න එක දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේකේ නොවෙනස් ස්වභාවයෙන් කිසි දෙයක් ඇත්තේ නැහැ හැම දෙයක්ම හැම මොහොතකම වෙනස් වෙමින් තමයි පවතින්නේ පටිච්ච සමුප්පාද න්‍යායමත් තමයි පවතින්නේ ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ විපස්සනා ඥානය ඊට පස්සේ ඉද්ධිවිද ඥාන කියනවා первое из этих качеств это випассана ньяна мудрость а випассана умение видеть качества, так как вот такие как аничча дукха анатма, непостоянство, страдания и не имею самостность, анатта. Вот это качество и то, что все время меняется или причинно-следственная связь. Да. Вот эти ньяна видит окружающий мир и самого себя так, как оно на самом деле есть. Не как нам с рождением мы ошибочно понимаем, а вот так, как на самом деле есть. Это випассана ньяна. අවශ්‍ය නම් එමදනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්දිය ප්‍රතිහාර පාන්නේ යම් කිසි අවශ්‍යතාවක් පැනනගෙන විතර භාග්‍යවතුන් වහන්සේට යම් යම් ඉන්දීන් පාන්න පුළුවන් දැයි උදාහරණ දක්වන වතුර කියන්න පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේට ගොඩ යනවා වගේ ඒකේ මේ එරෙන්නේ ගොඩ වුණ බුදුරජාණන් වහන්සේට වතුර කිමිදනවා වගේ කිමිදෙන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ බිත්තියෙන් මේ එහා පැත්තේ මේ පැත්තේ විත්තිය කොහොමද තියෙන්නේ එහා පැත්තේ මේ ගැටෙන් නැතුව මතුවෙන්න පුළුවන් පසාර කරගෙන යන්න පුළුවන් ඒ වගේ ඉන්දි ප්‍රතිහාර බුදුජානක මහතට ඕන තරයි තව ඉන්දි ප්‍රතිහාර තියෙනවා මේ යමක මහා ප්‍රතිහාරය කියලා බුදුජානක මහතට පමණක් විශේෂ වූ ප්‍රතිහාරයක් තියෙනවා ඒ වගේ ඉන්දි ප්‍රතිහාර බුදුජානක මහතට දක්වන්න පුළුවන් සුවිශේෂ ඥානය සුවිශේෂ ඥානය ඊසිෂු ඥාන මුද්‍රස් да умение способность чтобы показать необычные явления, так, чудодейственные. Это, например, можно сказать, он может на воде ходить, как будто на земле. Или наоборот, на земле опуститься, как на воде. Идти, да, как ваша воля. Да. Или через стенку. Сквозь стену. Сверхъестественные способности. Но некоторые способности имеют другие просветленные монахи тоже. А. Есть такие качества, как еще есть мудрости, которым только он, Будда, может показать. Допустим, Яма Махапилара это вот из одной части тело, вода. Да, из одной ладони вода текла, да, а другой на другой ладони огонь горел. Да. О, вот такое качество. Да. Да. Есть только есть сверхъестественные силы, есть у него только характерные только для него. Есть такие есть. Их очень много, но он без повода, без причины, он не показывает. Если это есть необходимость и польза, он тогда это имеет, да. Это силу, это ньяна использует. Да. Сила, ньяна. Это ньяна.
Да, я понял. Да. Это мудрость в этом. Это понимание. Дибба-сота-няна. Есть еще дибба-сота-няна. Дибба-сота-няна, то, что происходит далеко, расстояние, которое обычно ухо не слышит, он слышит. Это дибба-сота-няна. Дибба-сота-няна, ланга тиена сабда паманактами, дура тиена сабда, ланга тиена сабда вагеема, аханда пулуан. Значит, есть такое мудрость у него, способность получить, услышать то, что не только рядом, да, то, ну и где-то там. Да, да, в других мирах. В других мирах. Парачитта-гитарманьяны. Есть еще такое... Аниккайки-сит-дэнаганы. Есть такое свойство, буду рассказать, парачитта-гитарманьяны, это умение читать мысли других, других существ. Да, в одной сутре описано, когда там... Брахман пришел к Будде, да. Там что-то такое плохое подумал, да. А Будда отреагировал на эту мысль. Брахману стало страшно и одновременно немного стыдно. Есть такая встреча? Как-то сутрика у нас Ахалатинолу, Брахмане Кавалу Нарака Четанавки. Это как-то Бхагавангру Эк Четанав Калин Дарагатту Вау, Брахмане Катави Дерунал. Это как-то Брахмане Байхитунал. Байхитунал Аджабутатунал и Брахмане. Как далеко, как только он захочет. На самом деле, уточняет, что это у него есть способность, да, насколько далеко идти и узнать. Дибба-чакуняна. Дибба-чакуняна – следующее качество. Дибба-чакуняна кьяна – эгатаматамай тютупапатаняна кьяна. Тютупапатаняна. Эгатаматамай мэрэна айя. Ипадина тэн, дэнаган муху. Дибба-чакуняна, это значит, этому, там есть другое название, тютупапатняна, это то самое. Это умение, мудрость, которым можно видеть, где после смерти будут рождаться любое существо. Да. Это няна вот это. Да, да. Дибба-чакуняна. Да. Это на будущем как будет. Да, да, понятно. Не кем переродиться после этого? Будущем. Да, я понял. Мерила гилла, ахавал тэн, мя ипадуне, ахавал намин нинне, мя раагиса меччарай, эвакко ме энуни тамай, дэнаган пуран. Дэ сутра ки пэрти на бутра джанан хатте дэсана карла, мэ чути киела сутра. Э чути киена сутра вала, мэ унаха дэсана каранне, министу мэру нахама, эгуллан тавина дэ. Манусса чути кира сутри. Ита бас тава сутри ати на девата чути кира. Девио меру нахам эголлант венуди. Ита бас тава ти на нирея чути кира. Нирея саттио меру нахам эголлант венуди. Ита бас айти на пета чути кира. Петио меру нахам эголлант венуди. Айти на тирачана чути кира. Тирисану меру нахам эголлант венуди. Дибба-чакуняна тама э дешана кара. Эголланта мехемай венни кира. Э сутра дешана вала кира. Э сутра дешана вала дешана карна. Ухнгаак минисум эрунахама эдаганиянни апаэтай. Девиот тэхема. Тирисанумут тэхема. Нирай иная тэхема. Прейта локи иная тэхема. Кила умнаасе сутра дешана вала дешана карани. Арамуэни. Вот это няна немножко больше рассказал, что есть такой, если чути сутра, окончанием чути, есть дева чути сутра, есть мануса чути сутра, есть брахма чути сутра, есть прета чути сутра, вот окончанием чути. После того, как после смерти дева или мануса, это человек, или прета, или сирисани, или наракади, которые ада. Вот после окончательной их жизни, куда они, где они рождаются? Да, где вот они переродятся? Во всех сутрах больше всего
в основном все рождаются в водах, в адских условиях. И дева, и брахма, и человек, все. Не только человек идет в ад, все идут туда, это наш дом. මේ දිබ්බ චක්ඛුඥානේ දැකලා උන්වහන්සේ දේශනා කරන විදිය ඒ තුලින් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක ගන්න සහ බුද්ධානුස්සතිය අපිට වඩා ගන්න. Значит, он говорит, что когда мы более подробно знаем, каких способностей, каких мудростях, какие мудрости Будда имел, когда он дошел до Саммасамбуддхи, и как он рассказал нам, и как он видел наше перерождение, как после рождения он видел, каким ганем он видел, нам рассказал. Когда это полную картину мы можем представить, можем понимать, какое существо называется Будда. මහපොළොවේ නියසිරට මේ පස් ස්වල්පයක් අරගෙන වික්ෂුන් වහන්සේලාෙන් අහනවා මගේ නියසිරෙහි තියෙන පස් ඇක්චුලි මහපොළොවේ තියෙන පස් වි ගැන ඔබ වහන්සේලාගේ අදහස් මොකක්ද කියලා. Он чтобы немножко мы еще подождем дипачакку способность. И однажды он берет маленькое количество песка, земли, на кончик пальца, ноги. И спрашивает у монаха, монахи, в моем пальце, на пальце больше песка или на земле больше? Да. Что больше? Где больше? Где больше? Сейчас объясню, что на Украине, то аминь, буханцы, не сели хитины, пасвалпы, махаполы хитины, пасвалпы, то мы отпоманы кранды, да. Бухома, свалпы, буханцы, не сели хитины. Мы не можем даже сравнить, уважаемый Бхагаватранс, мы не можем сравнить то, что у вас на пальчике